Да, Дмитрий Воронин, ну что ж, поделать, смирите с неудобствами. Фух, друзья, валидол так валидол, да? 500 зрителей, хорошее всем настроение, не забываем про лайки, подписки, донаты, в вашу честь играем, побеждаем, пока, по крайней мере. Уже 502, ну спасибо, спасибо. Так, сюда. Интересный дебют. Ой, интересный. Ой, это что такое? Ай-яй-яй-яй-яй. Да, пошел на плохую позицию, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй. Подловили меня, подловили. Жестко причем, наверное, подловили тут. Ну ладно. Да, пешка g6 непонятная. Но ничего, бороться можно. Бороться можно, наверное. Еще и так приходится мне так уже. Да, друзья, здесь меня по дебюту прихватили. По дебюту меня прихватили. Так. На b4 куда-то. Идем коня на b4. Так, смотрим, смотрим, как здесь развивать инициативу. Конь c5, смотрим, друзья, смотрим. Поняточка, конечно. c5. Непоняточка тут. Так, здесь он, наверное, забыл. Ай-яй-яй, что ж я наделал? Я не видел, что открывается вот этот вот, вот, видите, да? Обидно, обидно. Ну, остался без фигуры. Так, ну лишняя фигура, друзья, лишняя фигура. Получается, остался без фигуры. Это много, много фигуры. Это я зевнул. Хочу какой-нибудь b6 пойти, сбить этого слона, либо получается ходить c8. Зевнул, друзья, обидно, обидно. Так, ладно, давайте так, чтобы еще взять под контроль. Так. Да, но компенсация есть некоторая, потому что король, сами понимаете, надежный. Конь b6 хочу. Конь b6 хочу. Слона c4 главное устранить, как-то очень опасно. Так, сюда. Так, если ферзь c6, там ладья же еще висит. Наш один. На ладью еще напал и на слона c4. Да, тут у меня очень хорошо, уже выиграно точно, друзья. Точно выиграно. Висит ладья. Наш один шахом причем. Да, тяжелую я ошибку совершил, но непоправимую, скорее всего. Ну, все равно держи один, слона 3, конечно, завлечем. К сожалению. Завлечем это. Так. Ферзь h1 еще. И ферзь h5, да. Да, друзья, проиграл. Да, в вашу честь, победочка, да, богатырская победочка. 2,5 сейчас становится. Имел хорошие шансы, но не использовал их в первой партии. Две победы и матч во второй в нашу тоже пользу, друзья. Ну, отлично. Что здесь.